негде. Начнем с базового шага. Базовый шаг. Не видно, давайте я стану, где свет. Двигайтесь, встаньтесь туда, вот диджея. Кому не видно, присядь. Окей, поехали. Начнем с базового шага. Открытая позиция. Шаг назад на носок, партнер левый, партнер правый, партнерша правый. И раз, два, три. Приставка дальше. Кик. Шаг назад. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и пять, шесть. Все живы? Нет? Постарайтесь определить себя. Смотрите, партнер и партнерша двигаются параллельно. Никто никого не пинает. Поехали еще раз. И раз, два, три, кик. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, и 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, и 5, 6, 7. Окей, давайте условимся. Смотрите, поставьте руки так. Шире. Держим рамочку. А теперь двигаем, смотрите, сюда. И сюда. Но не совсем полонез. И раз, два, три, четыре, и пять. Диджей. Музыка. Нет. Громче, громче. 5, 6, 7, и раз, два, три, и 5, 6, 7, и раз. Дальше. Вторая позиция. Встаньте вот так. Партнерша справа, партнер слева. Начнем с шага назад. И партнер слева, партнер справа. Два, три, кик. Поехали еще раз, я встану так. Ну, публика, поддержите тех, кто участвует, но вы стоите нервничаете. Поехали. И раз, два, три. Кик. Дальше. Назад. 5, 6. Обратно. И раз, два, три. Кик. 5, 6. Обратно. И раз, два, три. И 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. И 5, 6, 7. И раз, два, три. И 5, 6, 7. И раз, два, три. И 5, 6, 7. И раз. Стоп. А где ценители сальса кубана? Тут нет телекино. Как так? Поехали еще раз. Открытая позиция. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз. Закрытая позиция. 5, 6, 7. И раз, два, три, 5, 6, 7. И раз, два, и 5, 6, 7. Окей. Под музыку делаем. Да, диджей, музыка. Теперь, девушки, давайте условимся. Ваши ручки. Леди стайли. Закрытая позиция. Правую ручку в сторону. Раз, два, три. В открытой позиции левую ручку вверх. 5, 6, 7. И в сторону.
Вверх. В сторону. Вверх. В сторону. Вверх. О, я вижу лес рук. Отлично. Теперь смотрите. Еще раз. Как перейти с открытой в закрытую? И раз, два, три, и стоп. А вот теперь на 5, 6, 7, 5 и на 6, 7 разворачиваете партнершу и смотрите в одно направление, вот на тех, кто стоит на вас смотрит. И раз, два, три, и 5, 6, 7, закрытые, раз, два, три, и 5, 6, 7, и раз, два, три, и 5, 6, 7, и раз, и 5, 6, 7. Окей, теперь всем знакомым движение «Чупа». Кто плохо учился? Партнерши, 6, 7. Переходим левой рукой. Шаг назад. Раз, два, три, кик. 5, 6, 7. Кик. И раз, два, три. Снова открытые позиции. Все? Получилось? Еще раз. Давайте, у нас до полдвенадцатого есть время. Поехали еще раз. И раз, два, три, и 5, 6, 7. И раз, два, стоп. Шаг назад. И 5, мимо партнерши, 6, 7. И дальше под рукой. Раз, два, три, и 5, 6, 7. Кик, и раз, два, три, 5, 6, 7. Ну как, получилось? Да, давайте под музыку на этом закончим. Под музыку, поехали. 5, 6, 7. И раз, два, открытая позиция. 7, и раз, два, и 5, 6, 7, закрытая позиция. 5, 6, 7, и раз. Закрытые позиции еще. В открытой. Раз, два, три, и 5, 6, 7. И щупа. 5, 6, 7, и раз. 5, 6, 7, и раз. 5, 6, 7, и раз. В открытой позиции, раз. Раз, и 5, 6, 7, и раз. Закрытые позиции, и раз. 5, 6, 7, и раз. Инчупа. Смотри. Окей, стоп. Ну как, часть получилась, хотя бы пассивный шаг. Вы молодцы, давайте вам поаплодируем. Окей. Для тех, кто хочет более подробно изучать пассивный.